Многосерийный анимационный фильм «Ледниковый период» — один из самых популярных в истории. Очаровательные персонажи этого фильма и их фантастические приключения завоевали любовь зрителей во всем мире. И теперь компании Stage Entertainment Touring Productions и 20 век Fox приглашают вас в невероятно увлекательное путешествие с новым уникальным театрализованным шоу «Ледниковый период Live». Над воплощением этой идеи в жизнь работают два всемирно известных новатора в области индустрии развлечений. Ги Карон, художественный руководитель большинства шоу «Цирка дю Солей», и Майкл Карри, художник-декоратор десятков шоу и театральных спектаклей, в числе которых и «Король Лев». И вот, благодаря неустанной работе мастерских в разных уголках мира, всеобщие любимцы готовы выйти в реальную жизнь в новом беспрецедентном театрализованном арена-шоу. Про такие шоу всегда спрашивают: как это, что это, спектакль, мюзикл, что? И мы всегда отвечаем: мы заново придумываем и создаем другую форму зрелища, сочетая лучшие, на мой взгляд, из существующего. Настоящих живых артистов, театр, кунг-фу, фигурное катание, цирк, ростовые костюмы, видеоэффекты, иллюзии. Мы соединяем самые разные формы и виды искусств, те, что лучше всего могут рассказать придуманную историю. Мне кажется, что здесь, в этом шоу, у нас есть все, чтобы достичь успеха. Для меня это семейное шоу. Для детей, родителей, для всех. В творческой группе «Ледникового периода» присоединяются лучшие композиторы Элла Луиза Айер и Мартин Лорд Фергюсон, который также является автором сценария шоу. «Ледниковый период» был совершенным материалом для создания подобного рода шоу. Мы использовали героев всех трех серий, но это абсолютно новая история, которая оживает на ваших глазах. У персонажей «Ледникового периода» очень яркие характеры. Мы должны подчеркнуть характеры и личность персонажей музыкой, диалогами. Спокойной ночи, мой маленький опоссум. И арена — совершенно идеальное место для постановки, потому что шоу будет колоссальным и невероятно зрелищным. В студии Майкла Карри подготовка к шоу в самом разгаре. Целая команда всемирно известных художников, инженеров, бутафоров и кукольников работает над тем, чтобы вдохнуть жизнь в персонажей, а их более 15, не говоря уже о сотнях элементов реквизита и декораций. Больше всего меня, конечно, вдохновляют персонажи. Моя команда старается сделать их абсолютно живыми и реальными. Затем мы отдаем сделанные костюмы артистам, и вот тогда персонажи начинают жить настоящей жизнью, дышат. Как раз тут мы видим это потрясающее преображение. Вдохновляясь фильмом, творческая команда создает невероятных, потрясающих персонажей. Огромного мамонта Мэнни, Диего, Сида и множество совершенно новых героев. Мы создали много абсолютно нового, невиданного прежде искушенными театральными зрителями. Я думаю, люди будут очень удивлены тем, насколько знакомым будет казаться это шоу, но в то же время они увидят то, что никак не ожидали увидеть, то, чего никто никогда не видел. Команда уже вовсю работает над белкой по имени Скрат, всеми обожаемым любителем желудей. Скрат — совершенно особый персонаж фильма. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы в каждом его движении чувствовалось, что он настоящий, что с ним происходят реальные истории, чтобы люди сразу увидели, как и в мультфильме, в чем суть. Пока я работал над шоу, пока Ги и я его придумывали, мы оба постоянно вспоминали о прошлых проектах, таких как для меня, например, диснеевские и бродвейские шоу, особенно «Король Лев», о том, как раньше, в самом начале работы над проектом, сидишь и думаешь, есть ли в этом что-то такое, получится ли, будет ли успех. А сейчас мы оба, Ги и я, достигли определенной зрелости. Мы уже не думаем об этом, мы знаем, но при этом все равно должен сказать, что сейчас все так же интересно и волнующе, как раньше. Вот уже что-то рождается, это уже наше, оно есть. И вот самая яркая, сумасшедшая, увлекательная голливудская история и все ее персонажи, и даже белка Скрат со своим желудем готовы к мировому турне. Ты готов к выходу на сцену? Поехали! «Ледниковый период Лайв» — мировое турне ваших любимых друзей, героев «Ледникового периода». Осень 2012-го. Информация на сайте www.iceagelife.com.